Всем привет! Сегодня продолжаю свое любимое занятие – полуночное цветоводство. Немножко уже поработал, видим, сколько мусора, отходов. Это я чистил традисканцию Fluminensis Tricolor и Albovitatu. Очень позарастали. Так я им последнее время мало времени уделял. Пришлось почистить. Здесь у меня еще есть несколько рыночек. Это уже почищенные. Там, видим, стоят у меня остатки орхидеек. Это мои орхидейки. Здесь уже попикировал хавортию мутику. 4 сеянца у меня было. Здесь остается еще у меня Эмилия Пикта. Вот такие карапузы. Ну, им уже здесь очень тесно, они чувствуют себя угнетенными. Вот. И сейчас я вот Байери хавортию тоже пересаживаю, рассаживаю. Маленькие такие деточки, ну, корешки у них очень хорошие. Им там тесно, поэтому нужно их немножко отделить. Буквально через месяц уже будет хорошо виден результат такой пересадки. Сейчас хочу взглянуть корешки. Вот, видим, хорошие корешочки. Хорошие. Так, сейчас положим. Вот, сосущие корни большие, жирные. Вот для четырех таких растюшек в одном маленьком стаканчике это очень тесно. Их аккуратненько пинцетом извлекаю. Видим, да, в этой влаге снизу не хватало, она корешки свои поверху пускала. Это тоже якобы отчасти сигнал, что что-то происходит неправильно. Корешки у хавортии должны идти вниз. Жирные, хорошие должны быть корешки, только они не должны идти поверху. Такая малышка, красавица. Ничего, сейчас мы исправим ситуацию. Попересаживаем и будем живы-здоровы. Через месяц я обязательно покажу результат пересадки таких малюточек. Вот она такая по сравнению с пальцем. Маленькая. Маленькая хавортийка. Так что все, ребята, будем наблюдать. Надеюсь, будет получаться почаще снимать то, что происходит у меня на подоконниках, делиться какой-то информацией полезной, кому-то не полезной. Очень интересно слышать вопросы. И также сам очень люблю читать комментарии с подсказками, что я делаю не так или как нужно. Так что за любые комментарии заранее спасибо. Ну и всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.